ремонт идёшь? Да, с маршрутом. Стой. 5 машин работают, вот 5 заморов проходят. Я машина, директора. Наши люди садятся. Как продать, уберите ее оттуда, эту машину. Я даже не приметил. Это так готовятся они к техосмотру, что говорить тогда о других машинах. Там даже салон не убран. Это люди наши так вот ездят? Когда же он вышел на линию? Во сколько? Алена, на чего воруешь? Ваня, во сколько он вышел на линию? Я лазну лук пьяца. Ну и что, нельзя салон было убрать? Где директор ваш? Сюда сейчас директора, пожалуйста. Сейчас подойдет. Это же вообще наглость, а? Так не работает, но салон можно убрать? Туда же люди, он людей перевозит, а? Он приехал сюда для чего? Просто сказать здрасте. Я даже его не заметила, если бы заметила, он тут не стоял. Его вообще бы тут не было. Но я спрашивал, мы вам не мешаем? Я спрашивал только что, мы вам не мешаем? Он перевозит людей, приехал вообще сюда, я не понимаю. Его на линию нельзя выпускать. Вы записали номер твоей машины? Я ее лично буду проверять, каждый день ту машину. Нажал. Скажите, как вас зовут? Водитель. Как вас зовут? А? Как вас зовут? Валера. Валера, а где дезинфектанты у вас? Вот, вот он. То есть люди могут там побрызгать руки? Да, да, они выходят, заходят, они брызгают и... Самогон залит. Не прямо. Нет водки. Давайте залить. Свободно, пожалуйста. Давай свободно. Ты стой, едешь. Постоянно. Стой. Иди, там бутерброды лежат, вам оставили на обед, чтобы мы покушали. Мы приехали на техосмотр, голодные все. Бутерброды меня не катают. У салон не убран. Все порвано. Вы что, издеваетесь, а? Вы объясните, кого вы перевозите, а? Иван, кого вы перевозите, объясните мне, в этих маршрутах? Они еще хуже, чем в прошлом году стали. Вообще никто ничего не смотрит там, а? Володя, пропустите. Вы же людей переводите, Вань. Вот единственная машина, которая сегодня готова. Единственная машина.
Россия. Заходит после Николая Николаевича ротарь и директор. Ротарь заходит. А что там залит? Что там залито, спрашивают? Файный спирт и специальный для рук. Там вода залита, клей спирт. Пожалуйста. Спирт пахнет. Спирт. Ну куда спирт? Где там спирт? Ну что вы мне издеваетесь? Иди сюда, где? Вячеслав, надо нюхать. У него на руках спирт это или что? Ой, я свежий вот сейчас. Понюхайте, спирт он всегда пахнет и воняет в лучшем случае. Мы хороший спирт брали. Какой хороший? Ну, кого вы обманываете? Объясните. Позвать мне женщину сейчас какую-то, чтобы они понюхали. Это вода залитая просто. Вот разбавили. И сиденье нормальное. И убрали. На 20-й первый взять, он не работает. А спирт просто... Валера, что разбавили? Спирт, я купил 7.5 литров. Нет, что не можете взять? Спирт купите. Я выражу, я 7.5 литров. Или спирт кто-то откачал оттуда, да. Здесь вода. Добавили воды, а спирт забрали. Вот тут мы салон готов. Не порвано ничего. Почему те две такие тогда пришли? В клочья все. Это хлювок, ко всем этим, кто смотрит, тихо смотрит, вы понимаете? Зачем вы сюда прислали эту машину, объясните? Там не работает? Что она здесь оказалась? Да, это машина с кондиционером для инвалидов. Система отопления батареи везде. И дует еще в окна. Вот здесь обдувается окна. Какие должны стоять автобусы? Мирон, да. Где диспетчер? Вот здесь. Вот такие автобусы должны стоять. Все стекла продуваются на кондиционером. Линии. И отопление. Сколько таких машин у нас? У нас 8 машин таких. Одна на покраске, сейчас 7 сюда приедут. А на каком они маршруте? На 25-м. Вот, о чем я и говорил. Печки дополнительные здесь по бокам надуваются, вот батареи, вот эти все. Вот такие машины. Ну вот эта машина построена, чтобы люди на таких вот есть. Алена, слушай, у нас вверх надо. Семьи спать. Она на остановках и уклоняется, как называется. И салон нормальный, и сюда пятна салона, ведь дезинфектанты не разбавляют, спирт не откачивает. Давайте следующий. Места для инвалидов. Там тоже. Окна продувается все через потолок, кондиционер. Хорошо, скажите. Зимой не потеют окна. Они вот почему вы пишете 6 машин, потом одну снимаете и 5 остается на линии? Потому что мы идем в убыток работаем. У нас сейчас привозят 500-600 билетов. Только солярка, зарплата и налоги. Если мы вытаскиваем все машины, нам не выгодно работать. Я обновил транспорт и интервал у нас маленький, 6 минут. За 6 минут мы ничего не собираем людей. С пандемией сейчас и требования такие. Ну, я вчера вот ехал за этими автобусами, они шли у вас полные. Это было время полшестого. Ну полный 60% загрузки, смотрите, 36 сидячка. Значит, сидячки были, да. И стоячие стояли. Во сколько время? Половину шестого. Ну час пик, утром и вечером так не идут. 60 человек, мы не более 60 человек грузим. Здесь 102 человека по документам, 60% от загружаемости, это 60 человек. Понятно. Здесь
здесь просто как троллейбусов. Меньше сидений и больше стоит. Почему у них сиденья целые, а в маршрутных наших есть водители меньше места, все сиденья порезанные, разорванные и сожженные от бычков? Ну, по этой машине понятно, потому что Рита работает кондуктором 25 лет. А, кондуктором обратился? Рита работает 25 лет. Кондуктор не дает жить сиденья, да? Да. Они сидят просто, они ставят сумки, смотрите, сумки, грязь там течет, брызга, ставят на сиденье. Они потом на них жалуются, что они кричат на них, но по-другому никак у нас. У нас выходит все с сумками, с бронзой ставит на сиденье. Это зеркало еще стоит. Да. Бронза ставит на сиденье? Ну да, конечно. Капуста, бронза. Люди такие. И потом идут жалобы. Почему кондуктор кричит? А по-другому у нас никак. Если она не будет кричать, чтобы убрать эту сумку с сиденья. Все, Ваня, Рита, уезжайте. Все, спасибо, хорошего дня. До свидания. Это Мерседес, Читара и Мерседес. Четыре машины. Это же не она прикрепила. А та прикрепила на нее. Да. Четыре машины такие есть. Это первая покрашена. Вторая только покрашена. Они Евро 5, экологически не шумят. Попробовал. Люди в городе очень далеко. Давали по теме. А на другой маршрут не думали никого не говорить, что такие машины? Я бы все бельцы. Я готов привезти еще на новый бельц, мы планируем тоже одну такую поставить. Были на линии, да? Да. Ну вот смотри. Они все с линии сейчас. Иван, да-да. Вот машина с линии пришла. Посмотри, какая она чистая. И те маршрутки первые две. Здесь то же самое. Отопление по бокам батареи, кондиционирование салона. Стекла обдуваются. Вытяжки есть, люки открываются. Пандус для инвалидов. И места для инвалидов. Здрасте. Старенькая, ну чистенькая. Дверь откроет 99-й год. Дверь откроет 99-й год. Смотрите, пол не менен. Пол не менен и не раз. 99-й, уже видно по уголкам. Но уголок больше сносился, чем... Чем смотри. Ну что, неудобно для инвалидов. Для инвалидов есть. Если подавать машину, можно придумывать, это рассказывать. Вот это все. Теряете время. Должно было быть дело. Это нормально. Машина единственная, там вот чехол. Вас просят я спустить пандус. Сказать, часто пандусом пользуются люди? Да не очень часто, но есть необходимость. Просто, а может быть, некоторые не знают или почему? Или может коляска проще поднять и все? Вообще-то удобнее. Удобнее, да? Потом он садится, когда открывает, он садится, так на уровне бордюра. По этой машине. Они все будут желтые с белым, эти тоже. Все будем красивые. Ну, они и так красивые. Грязь. Ой, чтобы грязь не вылетала. Интересно. Да. Когда открывается это.
да. Камера видеонаблюдения? Всем тут пустые бутылки. Кто-то бросил. Кто-то бросил. Давай. У нас есть жалобы с новых бед. Да, я вас слышу. Они идут все полные. Тут. И это в час пик, Николай. Люди жалуются. Даже с коляски никто не может зайти, потому что здесь люди стоят. То, что здесь есть место для коляски. Мы готовим автобусы, снимаем одну маршрутку и ставим большой автобус на целый день. Когда это? Дайте 2 недели мне. Я был вахтеде. 2 недели это да. Много, с первого числа. Было. 2 недели. Я должен покрасить, получим, мы на 25-м готовим. И еще там две должны приехать, 2 автобуса таких новых. Я ставлю такой новый Мерседес туда, с кондиционером, все. Это в час пик, ну утром на 2 круга идет большой автобус на новый Бельс. Каждый утро. Я говорю, какие жалобы. Да. Мы устраним 2 недели. Хорошо, 2 недели. Да. Эти машины тоже с кондиционером пишут.